Птичка певчая летит. Забери мои печали, птичка певчая, найди его, скажи, что я люблю, что я о нем скучаю. Молчи, сердце, молчи. Есть кто дома? Обикай, открывайте. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Извините, а вы не знаете, там дома кто есть? Так на дальнем пастбище они. Аджибек болел, вот Обикай с ними пошла, беспокоилась. Агир, читай. Так она же в Москву уехала. Разве нет? Нет, точно уехала. Давно уже. Мне Абитяй говорила. Спасибо. А вы зайдите к Солидар. Спросите. Нурик там вечно торчит. Он вам точно скажет. Здесь рядом. Третий дом за углом. Хорошо. Хотела к вам наверх отнести, а Хабеля села в машину и уехала. И слова не сказала. А что ты так рано? Что, не спится? Акмаль, хочешь, я на террасе стол накрою? Не-не, не хочу. Просто поговори со мной. Мы так давно не разговаривали. Ты знаешь... Я вчера на концерте плакала. Я так горжусь тобой, сынок. Ну, почему у тебя такие глаза грустные, а? Ну, что с тобой, мальчик мой? Что случилось? Не знаю. Мне так тоскливо. Места не нахожу. Здесь все... По Гульчатай скучаешь. Знаю. Я сразу все поняла. Я поняла, что она тебе Жасмин напоминает. Она уехала. А я ведь знал, что так и будет. Но она даже не попрощалась. И хорошо, что ты ее отпустил. И хорошо, что она с тобой не попрощалась. Акмаль, Гульчатай не Жасмин. А Жасмин больше нет, сынок, нет. Я думала, что ты давно уже с этим смирился. Забудь о ней. Не надо рушить то, что имеешь. А что я имею, Зайнаб? Да ведь ей здесь опасность грозила. Алишер не зря ее в наш дом прислал. Он от сына своего уберечь хотел ее, от Рустама. Ведь он за ней вечером приезжал. В тот день, когда у нас прием-то был. Что? Да, она рассказывала, что ее преследует человек из прошлого. Да. Так значит, это она сбежавшая невеста? Ой. Кто там? Thank you.
Мал, как ты, дорогой? Что случилось? Акмал? Акмал? Эй! Зачем ты меня тут держишь? Это твой дом. Я построил его для тебя. Долгое время в тюрьме я думал о тебе. Каждый день, каждую минуту я знал, что мы будем вместе. Я мечтал, как выйду, заработаю много денег и построю этот большой дом. Как увезу тебя от всех. От села. Убил его. Да, убил. Он хотел сделать тебе больно. Я никому не позволю тебя обижать. Ты сошел с ума. Сошел с ума. Давно. Из-за любви к тебе. Я сделал все для того, чтобы мы были вместе. Я верил, я знал, что ты придешь ко мне. О чем ты говоришь? Эмомали меня насильно привез в твой дом. У тебя мой брат. Нет. Нет, я же знаю, как тебе было тяжело в Москве. Там все чужое, не твое. Ты всегда душой была здесь. Тебя бросил твой сын. Хочешь, я верну его? Я его усыновлю. А потом... Ты мне родишь еще двух мальчиков и девочку. Скажи, чего ты хочешь. Я все для тебя сделаю. Отпусти меня. Пожалуйста. Пойдешь с нами вечером на реку? Пойдем. Хватит грузить в одиночестве. Да вернется этот мир шалопай. Вот нашла себе проблема на голову. Себедат, привет. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Да не бойся меня, я Паша, помнишь? Нурика ищу. Я не знаю, где он. Ты понимаешь, я за Гильчитай приехал, а там нет никого, не знаю, что делать. Он ушел. Куда? Из дома. Ты понимаешь, Гуля пропала. За ней Рустам охотится. Нурик хочет убить Рустама. А где Рустам живет, ты знаешь? Больно. Не бойся меня. Теперь ты со мной, я изменился. Я буду очень нежным. Ты у меня одна, Гуля. Ты можешь отпустить Нурика? Да, конечно. Я отпущу Нурика, сразу, как мы поженимся, сразу отпущу. А твоя семья будет богатая. Твой отец больше не будет пасти овец. Нурика мы отправим учиться. Ты хочешь, чтобы Нурик учился? Рустам, я замужем. Нет, только не по нашим законам. Не думай об этом. Я все устрою. Хорошо. Только отпусти Нурика. Я всегда знал, что ты меня любишь. Смотри! Смотри! Смотри, смотри! Это все тебе! Я сам выбирал! Самое лучшее! Ты мне так красиво, а будешь как королева. Я знаю, ты не любишь богатство, но я так хочу радовать тебя. Все это время я думал только о мести, пока не понял, что люблю только тебя. Каждой женщине на улице мне мерещилась ты.
там внизу твой друг. Много крови, я боюсь. Я уберу его. Ничего не бойся, слышишь? Говоря об Акмале Исмаилове, невольно думаешь о Паганини. С первой до последней ноты мы стоим словно в заколдованном круге, у которого нет ни начала, ни конца. Что теперь, ты уедешь от нас во Францию? Ну, мы еще с мужем не решили, но Акмаль хочет, чтобы я сама выбрала страну. Салам алейкум, Акмаль! Ой, милый, ты все-таки решил зайти к нам? Как ты могла? Да что с тобой? Давай не здесь. Я узнал этого человека. Он приезжал с Рустамом. Я видел у тебя в руках деньги. Ты продала ему Гюльчатай? Извините нас. Что ты делаешь? Ты что, меня перед всеми позоришь? Я же говорила тебе, что у него с этой девушкой что-то есть. Бедная Хабиля. Как ты можешь врываться сюда вот так и орать на меня? Какой стыд! Все на нас смотрят! Скажи мне, что это не так? Что ты не выдала Гюльчатай Рустаму? Скажи мне, пожалуйста! Я не знаю, о чем ты говоришь! Ты помешался на этой девке! Посмотри на себя, как ты выглядишь! Да будь ты уже нормальным мужиком! Все вокруг над тобой смеются! Ты взяла деньги у этого подонка? Да! И я жалею, что не сделала этого раньше, чтобы в аду горела эта твоя Гюльчатай. Скажи мне адрес. Скажи, Акмаль? Где он живет. Акмаль, куда мне он больно. Ее увез? Чиназ. Он живет в Чиназе. Акмаль, мне больно. Акмаль, ну, милый Акмаль, подожди. Не надо со мной так. Не
надо. Пойдем уходить. Нужно, дом горит. Пойдем. Спаси, спаси, брата. Я сделаю все, что ты сказал. Обещаю тебе, пожалуйста, спаси его. Рустам, Рустам, не делай! Тут надо гореть! Я брат мой! Предоставляй мне делать, тем более. Ему уже не поможешь. Я тебя отвезу в другое место. Садись. Садись! Я устал отбиваться от твоих защитников. Почему мне просто не оставить нас в покое? Нурик, куда он Гулю увез? Говори! Черт, Нурик! Нам нужна вода. Нурик, очнись! Стой! Стой! Все, 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 дом сгорел, нет его больше. Брата тоже не вернешь. Я построю новый дом, слышишь? Ты что делаешь? Отпусти ее! Веди! Пожалуйста, поехали, поехали. Я тебе построю новый дом. Еще красивее, чем тот. Пожалуйста, поехали! Коля, беги, я держу его! Оставь ее в покое! Она моя! Послушай, я не хочу ни труп, она моя, Коля, уйди! Коля, нет! Отпусти ее, животное! Я не хотел, Бонни, не хотел! Гуля! Нурик! Давай! Нурик! Нурик, открой глаза, пожалуйста! Где Гуля? Прощай, Гуля. Спасибо тебе. Эти дни, что были с тобой, были лучшими. Лучшими за последние годы.
Акмал, мы сейчас поедем в больницу. Ты должен жить. Ради меня, ради музыки, слышишь? Поцелуй меня. Поцелуй. Ради этого стоило умирать, чтобы еще раз коснуться твоих губ. Жасмин, останься со мной до конца. Будь со мной до конца, умоляю, до конца. Я иду к тебе. Нет, не закрывай глаза, не умри, слышишь, нет. Она все время молчит, так и не произнесла ни одного слова. У сестры шок. Слишком многое пришлось пережить. Я завтра увожу первым же рейсом. Больше оставаться ей здесь не нужно. Завтра утром я пойду на пастбище. Мне нужно подготовить отца и бабушку. И рассказать про все. Вместе пойдем. Ребят, идите в дом. Давайте. Тебе нужно что-нибудь поесть. Так нельзя. Мы завтра улетаем рано утром. Я увожу тебя в Москву. Знаешь, как Сашка соскучился? Вот ты его увидишь и обо всем забудешь. Девчатай, ну не молчи. Из-за тебя погиб очень хороший человек. Он помог мне, когда ты увез Сашку и оставил меня здесь одну. Он не должен был умереть. Это все не должно было случиться. Ты думаешь, если ты увезешь меня в Москву, я все забуду? Ты, конечно, не забудешь, и я не забуду. Мне нужно научиться как-то с этим жить. Не хочу тебя видеть. Я тебя ненавижу. Слышь, никогда не хочу видеть. Даже не приближайся ко мне. Мама! Привет! Саша, Саша, здесь мама, она устала. Саша. Не трогай его. Гуль, я как лучше хочу. Сашка, ты с кем здесь? С бабушкой и Анькой. Вон они там. Бабушка сказала, что нам тобой и папой нужно время, чтобы как его там побыть одним и все обсудить. О, а Анька очень хотела тебя увидеть. Но мы ведь еще увидимся, да? Гуль, полет был тяжелый, ты очень устала. Я очень домой хочу. Так я говорю, давай я вас отвезу, я на машине, только не сопротивляйся. Да папа нас отвезет. Знаешь, как он гоняет? Быстро доедем. Даже быстрее, чем Анька с бабушкой, если, конечно, пробок не будет. В сад я больше не хожу, потому что бабушка ушла с работы, чтобы со мной сидеть. А потом появилась Анька, и стало вообще не скучно. Мы с ней замок строим, я тебе покажу. Молодец. Папа, а мы ведь сейчас домой едем, да? Саш. Конечно, домой. Куда же еще? В смысле, к нам домой? К папе? В смысле, к нам домой? Нет, мам, мне к Ане нужно. Мы с ней должны замок достраивать. Пап, скажи ей, ты же обещал. Саша, сейчас к маме не приставай, она устала. Я вас отвезу, потом тебя заберу. Нет, я сказал, я не пойду. Ты же обещал, что когда мама вернется, мы будем жить все вместе. Ты же сам так сказал. Мам, я сказал, я не пойду. Саш. Что? Ты ребенку сказал, что я буду жить с тобой? Гуль, ну я поговорю с ним, объясню. Слушай, Паша.
Галина Тимофеевна. Витя. Галина Тимофеевна. Гуля. Здравствуйте. Не знаете, где Галина Тимофеевна? В доме никого нет. Витя не приезжал, не видели. А ты что, ничего не знаешь? Нет. Что? Что случилось? Витя-то погиб. А Галь Тимофеевну уехала его хоронить. Да ты что, ничего не... Ой, Гуля! Коль, ты чего? Гуля! Да очнись ты! Помогите вы! Гуль! Кольчика. Мама! Так, а что с ним? Да я говорю, Витя погиб, она в обморок. Как Витя погиб? Погиб. А Галь уехала его хоронить. Да помогите, вы скоро надо вызвать. У вас пассатырь есть? Сейчас, дом. Олечка. Олечка, очнись. Отойди, Саша. Ни в коем случае не раскисайте. Поправляйтесь, все будет хорошо. Доктор, такое в первый раз, она вообще никак-то не болела. Гипертонический криз, к сожалению, молодеет. Но ваша супруга слишком юная для подобного диагноза. Знаете, в последнее время ей очень многое пришлось пережить. С этой минуты, пожалуйста, только позитивные эмоции, спокойствие и строгий постельный режим. Она справится, организм крепкий. Но знаете, я много чего повидал на своем веку. Но такого отчаяния, такой безнадежности во взгляде не видел давно. Здесь одними лекарствами не поможешь. Я провожу. Всего доброго. Спасибо еще раз. Всего доброго. Галечка, родная моя, ну, Верочка. Я уже переживала вся за тебя. Проходи. Получается, сына там похоронила. Да жив, Вить, жив. Счастье-то какое! Ой, это же чудо, Верочка, он у тебя в рубашке родился. Надо свечку поставить. Оп! Ну-ка, залетайте. Пап, ты нам да расскажешь? Ты обещал. Да, пап, расскажи, нам же нужно узнать, встретился ли принц со своей принцессой. Так, ребят, все, сейчас не шумите, нашей маме надо отдыхать. А тут доктор придет завтра, и мне как ух. Быстро руки мыть, сейчас все это расскажу. Давай. Спит все еще. Ей сейчас обязательно надо выспаться. Пусть спит. Мам, ну я не знал, что все так обернется. Ну, а как мне сейчас прощения у нее просить? Я не знаю, что делать. Да не надо никаких слов. Для нее сейчас самое главное – поддержка. Твоя поддержка, семьи поддержка, понимаешь? Гуль, смотри, это тебе Саша сделает. Саша сказал, что это робот-врач. Он сможет тебя вылечить. Я не верю ему, ведь это всего лишь игрушка. Но вдруг правда вылечит. Саша сказал, что он из будущего. Спасибо, Анечка. Конечно, он меня и вылечит. Видишь, мне уже лучше. Спасибо. Мам, я же просто хотел ее вернуть. Я виноват, что ли, что я ее люблю? Виноват? Она с ней с самого начала все как-то не так. Что бы я ни делал, все не впопад. Она же ненавидит меня. Вот сейчас на ноги поднимется и убежит от меня, как от прокаженного. Да не о тебе сейчас речь, понимаешь? Не о тебе, не о твоем эго. Не о том, как ты будешь жить, если тебе луну с неба не достанут. Сейчас о Гуле идет речь, о ней. Ей надо помочь. Ей нужно вернуть надежду к жизни. Мам, ну неужели ты не понимаешь, что ради Гули я и луну с неба достану? Не надо луну. На, отнеси-ка пока успокоительный сбор. Только пусть настоится. Угу. Ну-ка, давай к себе в комнату. Гуле надо лекарство принимать. Сейчас, Гулечка, сейчас. Оп.
Хорошая наша. С детьми я погулял. Вот. Сашку на подготовительные занятия водил. Там педагог такой хороший. Строгий, но справедливый. Они с Сашкой сразу общий язык нашли. Так что Сашка сейчас веселый, гордый. Идем завтра с ним покупать рюкзак. Просит с Человеком-пауком. А ты что думаешь? Гулечка, я клянусь. Я все сделаю, чтобы ты опять улыбалась. Клянусь, только скажи мне, что сделать. Найди Галину Тимофеевну. Узнай, где похоронили Витю. Я должна к нему поехать. Есть минутка? Вообще-то нет. Я все равно зайду. Весь наш отдел собирается на следующей неделе на корпоратив. Все очень хотят, чтобы ты поехал с нами. Не знаю. Паш, ну что значит «не знаю»? Ты зачем на себе крест ставишь? Какой крест? Ты что, думаешь, никто не замечает? Что не замечает? А то, что ты ходишь уже сколько времени мрачнее тучи. Сам не свой. Паш, ну пойми, ты разбитую чашку не склеишь. От этого только всем хуже. И тебе, и Гуле, и вашим деткам. Они уже взрослые, все чувствуют, между прочим. Ну вот объясни мне, как можно так жить? Знаешь, как жить? Нет, я не знаю, как надо. Ну вот и все тогда. Я знаю точно, как не надо. Пашка. Ну вот сколько ты времени потерял с Жанной? Сколько мучился? Ну ты хоть оглянись вокруг, а? Сколько людей, которые тебя любят. Ценят, хотят заботиться о тебе, уважают тебя. Ну, не усложняй ты все. Ларис, не нужно усложнять мою жизнь и свою жизнь. Понятно? Невозможно. Еще раз объясняю, что невозможно. Даже если ваша невестка согласится на сделку, вашу квартиру продать невозможно. Ну, я согласна на любые условия. Ну, пусть недорого. Мне сына надо вылечить. Да я понимаю, но закон-то где? Закон на стороне ребенка. У вас тут прописан несовершеннолетний ребенок. Его невозможно выписать никуда. Вы понимаете, что органы опеки вам не позволят? Ну, что мне делать? Да не знаю я, что делать. Ну что, ну занять. Ну, друзей занять. Ну... Я буду обращаться в другие агентства и буду обивать в пороге, пока не найду выход. Мне очень нужны деньги. Я понимаю. Я понимаю. Вы можете делать все, что вы хотите, но услышьте мой совет. Не обращайтесь к черным маклерам. Вы останетесь без жилья, без денег. Гулечка, зачем ты встала? Дети разбудили. Угу. Садись. Я бы тебе все принесла. Пашка с ними играет. Слышь, как хохочет. Хочешь, я пойду успокою? Не-не. Спасибо. Это от Томаса? Да. Вот так для всех будет лучше. И для него в первую очередь.
Пройдет время, забудется, перестанет писать. Ради детей и Паши вы отказались от свадьбы своей. Вы жертвуете счастьем своим. Зачем? Да ничего я не жертвую. Это в молодости нужно было карьерой заниматься. А счастье, когда дети в доме хохочут. Когда Пашка бежит с работы с радостью. Ты с нами рядом. Это тоже счастье. Ты нам всем помогла соединиться. Спасибо тебе. Пойдем. Лекарства будем принимать. Давай присаживайся, сейчас я тебе лекарства накапаю. Спасибо вам. Спасибо, что заботитесь обо мне. Мне совсем было плохо. Сейчас намного лучше. Я хотела сказать, мы с Сашей должны будем уйти. Гулечка. По-моему, пока рано. Тебе надо выздороветь. Я решила с Галиной Тимофеевной и Сашей уехать в Пермь. Так хотела Витя. Мы хотели все вместе переехать туда. Но уже не придется. А как же Пашка? Он так любит Сашку. Саша же нужен отец. Творяться я не могу. Это не мой дом. Мне здесь хорошо, но жить с Пашей я не смогу. Я понимаю. Но давай не будем торопиться. Пусть Паша найдет Галину Тимофеевну. Ты придешь в себя. И Саше здесь очень хорошо. Я Свете с Петром позвоню в Краснодар. Может, они по старым каналам найдут Галину Тимофеевну. Пашка, ну а когда она поправится, она останется? Ведь ей есть куда пойти. Квартира, свекровь. Борис, я делаю все, чтобы Гуля осталась со мной. Все просто. А ну ничего не получается. Ну, не переживай так сильно. Подержи. Галина Тимофеевна, здрасте. Господи, извините, выслушайте меня. Еще бессмешка мне подходить после того, что было. Постыдился бы. Выслушайте. Ты, что? Послушайте, я очень вам сожалею. Витя был мой лучший друг. Ты имеешь еще какую-то наглость говорить о Вите, подлез вообще. Развалил семью всю. Гулю увел. Ребенка, с ребенком не давал видеться. И Гуле тоже это передай, что я проклинаю тот день, когда она вообще переступила порог нашего дома. Галина Тимофеевна, послушайте. Гуля здесь вообще ни при чем. Вот меня можете ненавидеть, я заслужил. Это я выкрал ребенка из кишлака и даже ничего не сказал Гуле. Чтобы Гуля вернулась ко мне. А Гуля ко мне не вернулась. Это я всех убедил, что она вернулась, она не вернулась. Она всю жизнь любила вашего Витю. И даже теперь любит, когда его с нами нет. Галина Тимофеевна, что с вами? Вы что? Вам плохо? Алло, Гуля! Гуля, привет! Слушай, ну ты даешь, а? Мне Света уже мозг проела. Ты почему нам не звонишь-то, а? И телефон твой не отвечает. Петя, мне ваша помощь нужна. И не знаю даже, как сказать. Где Света? Света, господи, что ж такое-то, а? Свету я час назад в роддом отвез, рожает Света. Света где? Слушай, Гуль, ничего здесь понять, разобрать не могу. Я сейчас к ней лечу, давайте чуть попозже перезвоню, ладно?
тапочки. В Перми дешевле, чем в Германии. Так что думаем про Пермь. Все только в деньги упирается. Витя сейчас там в больнице. Ирина договаривается по поводу этой операции. А я вот пытаюсь залог в квартиру взять. А Ирина это вот та самая, да? Да, Ирочка. Угу. Надо бы с Гулей поговорить. Про Витю ей все рассказать. Господи, такую обиду я на нее таила. Она ни в чем не виновата. Мы бы с ней решили, что с квартирой-то делать, как ее лучше продать. Ой, ну ладно, пойду, я дел полно. Галина Тимофеевна, подождите. Не надо ничего продавать. Деньги на операцию найду. Теперь это моя забота. Так что вы ни о чем не волнуйтесь. Так, надо мозги в кучу собрать сейчас. О! Смотрите, давайте завтра встречаемся. Я Гулю как-то морально подготовлю. Ну и деньги все на операцию соберу. Все будет хорошо. Я вам обещаю. Спасибо. Спасибо. Так. Гуля, Гуль. Помоги мне, у меня что-то криво получается. Так, вот тут, смотри. Получается же, смотри, лепешечка. Нужно только раскатать лепешку, смотри. Я тоже хочу лепить. Нет, иди. Иди, твое дело мясо. Так. Привет. Папа пришел. Привет. Папа, а мы с мамой манты делаем. Хочешь с нами? Да. Молодцы вы, какие у меня. Сейчас я и присоединюсь. Делай вторую. Гуля, я... У меня новость есть хорошая. Только ты не волнуйся. Витя жив. Тихо. Что? Что случилось? Да, ничего. Пойду. Получается же, молодец. Умничка. Давай так. Весело у вас тут. Весело. Дети с утра готовят, хотят удивить тебя. Это, Гуль, счастье. Приходишь домой, а вы мне что-то готовите. Да. Ну, ты же устала, иди отдохни. Я доделаю с ним. Нет, я не устала, не хочу отдыхать. Ты что-то хотел сказать, говори. Да я Галину Тимофеевну нашел. Как она в Москве? Я хочу ее увидеть. Она завтра будет тебя ждать, я отвезу. Гуля, Гуль, пойдем скорее. Сашка фарш пересолил, всю соль туда бросил. Да. Я не специально, у меня само так получилось. Пойдем, пойдем. Ну вот, я все опять испортил. Да нет, Саша. Вот и я все испортил. Я сам. Мама. Да, Галина Тимофеевна, здрасте. Деньги на операцию я нашла. Замечательно! Да это не важно, мы потом это решим. Да, доктор Павлов подготовил все документы, так что мы готовы уже завтра. Тогда встретимся там же. Да. Я вас буду ждать в аэропорту. До свидания. Мам, нашла деньги? Да. Где она смогла достать такую сумму? Слава богу! Ты ведь все сделаешь, да? Мы уже, нам нужно завтра туда лететь. Конечно. Ты мне через неделю будешь как новенький, слышишь? Даже не сомневаюсь, у тебя не забалуешь. Ира. Я тебе еще раз спрашиваю, где мама достала такую сумму?
Она продала квартиру? Да не продавала она квартиру, ну не волнуйся. Я не знаю, где она достала, правда. Ну, возможно, кота заняла. Она приедет, сама все расскажет. Да вы не волнуйтесь, завтра утром вас доставят в Пермь специальным бортом.